Региональная власть стала еще на шаг ближе к малому и среднему бизнесу. Укрепить уже налаженные и завести новые связи дает возможность одно из крупнейших бизнес-мероприятий Ульяновской области «Деловой климат». 9-й по счету форум стартовал в региональном центре накануне. Форум имеет две больших направленности. Безусловно, это в первую очередь площадка для выработки предложений, инициатив по изменению законодательства, выработки решений, связанных с регуляторикой, которые сегодня воздействует сильно на бизнес достаточно. Это традиционная российская площадка, которая задает определенные в этом направлении тренды. Первый день форума подарил сразу череду новых соглашений. Например, между правительством области и Союзом машиностроителей. Так, документ дружбы гласит, что в следующем году лучшие проекты местных предпринимателей в сфере промышленного производства получат финансовую поддержку – более 200 миллионов рублей. Первый день делового климата также состоялось пленарное заседание, участие в котором принял губернатор Сергей Морозов. Потому что та модель и та система формирования предпринимательского климата в Ульяновской области, которую мы со многими из вас вместе начиная там с 2007 года формировать, сегодня показала свою успешность. Мы третий год подряд являемся одними из лидеров, входим в тройку, пятерку ведущих регионов Российской Федерации, которые быстрее всех наращивают собственную налогооблагаемую базу. Почетным гостем форума стал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Напомним, в соответствии с задачами федерального центра со следующего года все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категории рисков. А максимальное внимание будет направлено на места, где угроза причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей, является максимальной. В последнее время стабильно на первом месте стоит контрольно-надзорная деятельность. Это даже при высоких процентах на банковские деньги. Ульяновская область стала одним из первых регионов, кто приступил к внедрению рискоориентированной модели контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса. Сейчас все нацелено на рискоориентированный подход, то есть там, где больше рисков, тех проверяют чаще больше, тех, кто нет, вообще перейти на дистанционное общение с этими организациями, с этими подконтрольными бизнес-структурами. По мнению многих экспертов, форум «Деловой климат» давно вышел за рамки Ульяновской области. Ведь единая стратегия развития любого субъекта страны должна объединять интересы бизнеса и власти. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.